Всем привет, дорогие друзья, с вами Костыль, добро пожаловать на новенький видео. Друзья, у нас опять-таки обзор мода, и меня сейчас капец как Майнкрафт лагает, просто капец, друзья. Это из-за того, что мод, друзья, очень довольно-таки качественный, друзья, а этот мод, это бабам, это ЗИЛ, да, друзья, это мод на ЗИЛ 130, давайте, друзья, все, не буду брать, друзья. Собственно, давайте я вам сразу все по порядочку расскажу, то есть это мод на ЗИЛ 130, вот такие вот, собственно, ЗИЛы, в принципе, сделал этот мод модализатор, друзья, так что ссылочка, друзья, на этот мод будет в описании. В принципе, можете пойти и скачать. Как бы вот так вот, друзья. Сегодня я вам просто покажу этот, как бы, мод. Да. В принципе, давайте вот это посмотрим, собственно, ZIL Close 6. То есть, ну, типа, закрытые двери или ядрёный хлеб. Да, сколько у меня FPS? Угадайте. Мне кажется, где-то около 25 или 20. Капец, блин, что здесь происходит? Модизатор TV YouTube. Ага, хорошо, понял, принял. Блин, друзья, ЗИЛы, конечно, обалденные. Как бы, ну, как ЗИЛы? ЗИЛ, вот этот вот. Это, конечно же, все классно, там все супер, да. Но, блин, они такие лагучие. Сколько здесь полигонов, мне вот интересно. Сколько? Сколько? Трындец, блин, друзья. Обалдеть. Как модализатор говорил, там вроде как в одном колесе там несколько тысяч, это капец. Или как-то так он говорил, я даже не помню, честно говоря. Так, у нас имеется вот такой вот ЗИЛ, у нас имеются такие вот открытые уже двери. Я, друзья, честно говоря, в ЗИЛах вообще не разбираюсь, типа, ну, ЗИЛ для меня это, ну, просто ЗИЛ, как бы, просто грузовик, да? Как бы, ну, вот. У нас вот такой вот красный ЗИЛ, почему он красный, я не знаю. Ну, это, конечно, не пожарный ЗИЛ, как бы, если бы это был бы пожарный, тут у него была бы фигня, наверное, такая сзади, ну, в принципе, пофиг. А, друзья, очень реалистичный, конечно, мод, да? Но, блин, капец он лагает, что происходит? И стоп, мне кажется, да, друзья, да, смотрите. Здесь вот эта вот задняя фигня, она вот так вот немножко наклонена. Это, кстати, добавляет реализма какого-то там, да. Так, у нас имеется вот такое вот колесо запасное. Вот такие вот, собственно, задние колеса. Они, друзья, как я говорил, уже очень-очень реалистичные. Здесь у нас, друзья, задняя подвесочка, друзья. В принципе, здесь все очень-очень реалистично. Так, это, я так понимаю, этот баг, наверное, хотя не особо похоже. Я не знаю, друзья, где баг у ЗИЛа, но, наверное, это он, да? И мне кажется, если это он должен быть побольше. Хотя, друзья, фиг знает. Нам нужно нажать вот сюда, и мы, соответственно, должны сесть. Или подождите. Да, друзья, сейчас все прогрузится. Капец, у меня сейчас, наверное, крашится Майнкрафт. А, нет, друзья, мы закрыли дверь. Мы закрыли дверь, понимаю. Друзья, капец, у меня лагает, извиняюсь, друзья, извиняюсь, но у меня телефон не самых новых. Так, здесь у нас стекла нету, в принципе, ну, в принципе, ладно. Салон, друзья, здесь довольно-таки проработанный, я бы сказал, да. Вот такие вот сидушки, тоже такие, знаете, круглые такие, как бы, ну, чтобы реалистично было, конечно, такие баги, конечно же, будут, в принципе, но нормально. Ой, блин, как же я обожаю, когда делают, друзья, именно моды, именно... С вот такой вот текстуркой, типа, допустим, вот этого фигни, да, текстуркой фары, блин, вот так вот как-то это делать, ну, типа, чтобы вот такая вот текстурка просто нарисованная была. Я обожаю именно такие моды, это вообще прям прикольно сделано. Так, дальше у нас здесь имеется вот такой вот бардачок. А, нифига себе, конечно, выглядит, друзья. Я, честно говоря, я, друзья, в реальности в ЗИЛе не был, как бы, ну, я был во многих машинах, да, но в ЗИЛе нет, как бы, то так, друзья, так что я не особо здесь шарю, как бы, да. Я так понимаю, это у нас, соответственно, ручник, я надеюсь. Да, здесь у нас КПП, здесь у нас такие фигни, здесь, друзья, я же говорю, я не разбираюсь вообще абсолютно, можете там поправлять в комментариях, но я вообще ноль в этих ЗИЛах, друзья, я вам отвечаю, но обзор-то как бы снять надо. Так, подождите, то есть мы вот так вот, вот садимся, а, как-то странно, друзья, мы сначала закрыли дверь и сели, блин, капец он огромный, друзья, вы просто посмотрите, меня еле видно здесь, смотрите, что это такое, беспредел какой-то, хотя, в принципе, логично, друзья, это ЗИЛ, это махина, так, зеркала у нас не работает, в принципе, это логично, это Майнкрафт, друзья, здесь у нас есть анимация руля, это очень даже классно, есть анимация физики, так, нету, друзья, анимации физики у нас нету, так, анимация колес тоже имеется, ой-ой-ой, Санечка, куда я попал? Так, анимация колес вроде бы есть. Да-да-да, даже, друзья, анимация поворота колеса тоже есть. Ну, в принципе, это же модализатор, это, в принципе, логично, он делает анимации. Так, теперь, друзья, мне нужно его убрать и поставить какой-то другой. Так, все, убрали, друзья. Дальше ставим, допустим, вот этот вот. Close 5. Это зеленый, друзья, ага.
и видеть, тут уже, ну, как бы другого цвета, там было красное, да? А тут уже, как бы, ну, деревянное такое. Так, здесь у нас белый. Ага, блин, мне показалось, он, знаете, такой, типа, затюненный, типа, да? Нет, это, друзья, всего лишь что показалось. Ладно, друзья, это надо сейчас все убрать, это у меня сейчас вообще вылетит Майнкрафт нафиг просто, понимаете? Очень, друзья, реалистичный мод. Ой, как не лагает, друзья, 60 FPS. Не 60, конечно, но 50 просто свои родненькие. Ой, боже мой. Хотя зачем я землю целую, я не знаю. Ладно, друзья, вот такой был мод. В принципе, я вам показал эти зилы. Тут их не только 3, да, тут их очень много. Вот, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, 6 зилов, в принципе, это не особо много, друзья. Но, в принципе, 6 зилов это тоже хорошо, да. В принципе, что? Тогда, о, кстати, вот моя девяточка, друзья. Или это 99-я? Короче, друзья, если вам понравился этот видос, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Также пишите свой полезный комментарий. И что ж, друзья, в принципе, с вами буду прощаться, потому что у меня сейчас взорвется, друзья, телефон. Я вообще хотел это видео с шейдерами снять, да? Ну, как в предыдущем обзоре там на Иш. Но, друзья, да, как я только зашел в мир, вот так вот, друзья, как бы и живем. В принципе, это что, друзья, ссылка в описании на этот мод. Скачивайте, играйте тоже, чтобы ваши телефоны тоже взрывались. И как бы вот, всем пока-пока, друзья.